Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты. В сопредельных государствах оказывается огромная военная помощь киевскому режиму. В этих жестких условиях вы приступаете к практической деятельности в войсках. От вас потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность. Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции. Будьте предельно внимательны к подчиненным и берегите их. Всегда помните, вы офицеры, и ваш долг – быть первыми во всем. Высоко несите честь и добрую славу своих учебных заведений. Руководство страны может быть уверено, что наши вооруженные силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны.